На улице Бержаля 2000 Тричосис, недалеко от окружного полицейского комиссариата, заложена сегодня основа не только нового здания, но и долгосрочного сотрудничества полиции с частными инвесторами. Это сотрудничество не закончится и по окончании строительства, то есть через 2 года. В течение 15 лет, пока администрирование здания будет лежать на плечах частников, полиция должна будет выкупить постройку в собственность. Это арестантская, и условия в ней известны не с лучшей стороны. Возможно, кто-то помнит шутки на эту тему некоторых личностей, которым довелось побывать в этой арестантской. Они обещали инвестировать свои собственные средства в ее переоборудование, ведь условия там действительно нечеловеческие, и это продолжалось десятки лет. Европейский комитет по предотвращению пыток и бесчеловечного обращения последние 12 лет постоянно требовал у нас отчет об исправлении ситуации, связанной с условиями содержания в Вильнюсской арестантской. Начало строительства – это наше доказательство того, что дело сдвинулось с мертвой точки, и что необходимые условия содержания будут обеспечены. В департаменте полиции заявили, что в Литве это первый совместный проект полиции и частного бизнеса. В здании площадью 7,5 тысяч квадратных метров будет располагаться и помещение административного корпуса комиссариата, и арестантская на 100 мест. Надеюсь, что строительные работы будут вестись по плану, и через 2 года мы увидим новые здания. Мы не намерены останавливаться на одном только проекте. Уже идут подготовительные работы с частными инвесторами касательно похожих проектов в Каунасе и Паневежисе. Договор о строительстве нового здания комиссариата на сумму в 56 миллионов евро совместными усилиями общественного и частного секторов был подписан еще в 2015 году. Представители всех заинтересованных сторон подписали сегодня символический договор о сотрудничестве и поместили его в капсулу, после чего ее забетонировали, что и ознаменовало начало строительства комплекса зданий полиции. Андрей Танин, Витянис Трогинис, Первый Балтийский канал.